Важной частью взаимоотношений между людьми, частными и государственными учреждениями является оформление и получение документов. Их наличие, достоверность и подлинность подтверждают специальные организации. Они придают юридическую силу договорам и другим бумагам. Работникам таких структур посвящен профессиональный праздник, хотя он не является выходным и не закреплен на официальном уровне в перечне памятных дат страны. День нотариата отмечается в России ежегодно 27 апреля. Чествование нотариусов в Российской Федерации получило широкое распространение после учреждения праздника Нотариальной палатой в 2007 году. Выбранная организацией дата имеет символическое значение. Она приурочена к изданию положения о нотариальной части. Документ утвердил император Александр II в 1866 году. Благодаря ему была создана структура, занимающаяся правами граждан. Кто же такие эти нотариусы? Они занимаются удостоверением различных договоров, документов, их копий, а также придают юридическую силу распискам, доверенностям и завещаниям. Работники в своей деятельности руководствуются положениями законодательства Российской Федерации. Представителями данной профессии должны в обязательном порядке быть гражданами Российской Федерации с образованием в области права, иметь стаж оказания услуг и пройти квалификационный экзамен. Организация получает печать и регистрируется в Министерстве юстиции. Отметим, что профессия нотариус относится к категории престижных. Ее обладатель вынужден следить за изменениями в области законодательства. Кроме этого, нотариусы связаны с высокой ответственностью. В случае ошибок работник может понести наказание вплоть до уголовного. Добавим, что сотрудники данных юридических учреждений отмечают события неофициально. Обращение к президенту Российской Федерации об установлении соответствующим указом профессионального праздника пока не получил отклика со стороны государства. Но не огорчайтесь, телерадиокомпания «Альтекс Медиа» вас от души с этой датой и торжеством поздравляет. Всего вам наилучшего!